И снова здравствуйте. Мы зачищаем галактику, скажем так. Мы немножко развились, немножко поинтересовались всем интересным, что может быть. Кстати, а если щелкнуть два раза на корабле, то мы сможем... По-моему, не сможем. Типа перевести на него камеру. Кстати, колония неплохо развивается. Но вот этот флот, это наш великий флот, который будет много чего делать. Тут мы оставим только поддержку, а вот сам корабль поддержки, сейчас линкор, мы изменим. Во-первых, антиматериальный двигатель. Во-вторых, опять же, фазеры, не знаю. Фазеры, не фазеры. Ой, не знаю. Source of the Stars, да, тут фазеры. Значит, и поддержку тоже фазерами. Тут, короче, мезонный луч. Тут, короче, фазеры. А тут великую анальную торпеду. Кстати, давайте вот лучше так сразу штурм поставим. А нет, тут не та торпеда самая крутая. Кроме того, здесь тоже пора уже поставить ультра-инфра-рентгеновские лазеры. Так, поддержка. Поддержка Марк 2, замечательно. Поддержка Марк 2 мне уже лучше нравится. Так, линкор, поддержка Марк 2, давай. Заказ на строительство принят, командир. Тут колонизаторы тоже работают, колонизируют. Командир, корабль поселенцев приземляется. О боже. О май гад. Обновление данных. Игрок Хранители Жизни уничтожен. Ну неужели? Давно ждал. Так, ну ладно, значит сюда. Да, сэр. Тем не менее, сами лииры выжили, они у меня в Империи. Спокойненько себе. Люблю лииров. Ну просто, как бы, он не захотел со мной дружить, лиир этот. Точнее, ко мне люди навязались. Между людьми и лиирами я выбираю все-таки людей. Я ж не рыбофил какой-то. Так что вот такие вот дела. Тут, значит, поддержка. Нет, не построилась еще. Поддержка тут, значит, остается, а ты лети сюда. Скоро здесь построится еще что-то полезное. Ты, значит, так. Стройся, наш любимый торговец. Верх начинает работу. Откуда столько торговцев? Я не понял. Вообще просто неэпическое количество торговцев. У меня денег, я не знаю сколько. Планируем изменения плюс 9 миллионов. Проценты 3 миллиона с чем-то. Скоро до миллиарда до первого доживу, как я ценюк. Так, ну ладно. Колонизаторы тоже сюда летят. Тут, правда, мы ничего не сможем сделать. А вот эту планету мы вполне себе заселим. Как эти две. Ну, колонии мне пригодятся, что я могу сказать. По этому поводу еще. Так, тут, значит, инфраструктура. Ну, инфраструктура здесь уже построена. Поэтому мы будем здесь немножко другим заниматься.
И тут нужно, значит, еще кучу колонизаторов, он их рейнджевых. Так, 6, 7, 8, 9, 10. Нет. Вот так. И теперь тут еще танкер. Причем танкер Лонг Марк 2 на антиматериальном двигателе, чтобы со скоростью в 32 парсека двигался. Ну да, здесь мы строим торговцев. Раз и два. Заказ на строительство принят, командир. Тут тоже строим торговца. Куда они деваются? Вроде ж пираты не нападают. Капец торговца у нас. Просто от торговли, смотрите, 750. Но здесь как-то уменьшилась даже прибыль. Я смотрю. А вот здесь пираты есть, видите? Обновление данных. О, колонизаторов. О, боже. Да, сэр. Четыре хода. Слушаю, Вот, обратная смотрите, связь. вот это, я понимаю, мощь. Наша индустриальная мощь. Наша великая фашистская индустрия. Великий день! Еще один мир для содружества! Ой, а вот эту звезду будет так сложно достать. Вот здесь вот, скорее всего, как раз птички и спрятались, сволочи такие. И вот почему мы их не можем достать никак. Поддержка Марк 2, но тут уже летят к вам более крутые чуваки. Так, вы, значит, колонизируете, вы, значит, делаете инфраструктуру, вы делаете другие вещи, обкакиваетесь, то есть. Скоро 400 миллионов. Где это я? Да ну нафиг. Обновление данных. Я что-то тут убил всех и не заметил. Может, здесь Лонг кто-то меняет есть? позицию. Хочу вот сюда куда-то побежать и всех там поубивать. Строительство начато. И полицейский катер есть у нас здесь. Парочку давайте. Раз, два. Заказ на строительство принят, Потому что командир. я боюсь, что это именно из-за этого здесь и пропадают торговцы. А тут что? Да, тут новая колония замечательная. Значит, вначале инфраструктуру, а потом уже адаптацию всякую. А тут у нас, значит, объединяются эти два флота. Сворды наши любимые. Колонизаторы летят спокойненько, а вы летите вот сюда куда-нибудь. Двигатели на полную. Круто, колонии защищены, все защищено, в принципе, относительно неплохо. Надеюсь, разовьются и будет все хорошо у нас. Строить я уже здесь, скорее всего, ничего не буду нового. О, вот оно где, логово Зулов или Зулей, неважно. Давайте вручную, что ли, повоюем. Хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Правда, может залагать. Ну и ладно. Хочу увидеть это. У Зулей, правда, корабли как из жопы вытащены. По виду, ну,
мы все равно их не сможем увидеть особо. Вот видите, кстати, вот так вот их планеты выглядят до бомбардировки. Я даже не знаю. Их вообще можно уничтожить бомбардировкой или нет? Готовы, командор. А, да. Типа переключиться на бомбардировку колонии нельзя включить. Потому что мы не изучали ни язык Зули, нифига. То есть мы гражданское население не можем это... отличить от военного. Да у них, по-моему, и нету гражданского населения, поэтому... Точно. То есть, в принципе, их всегда надо бомбить полностью. Они не сдаются. Если намеренно их к себе не переселять, то они, короче, не бывают гражданскими. Не всегда имперцы. У них те, кто не имперцы, те рабы. Кстати, зулы тоже разные бывают. Тоже бывают сильные и слабые. И сильные, и слабых типа там накипают. Ой, чё-то много ракет. Совсем много. О, хорошо. Долбани по ним. Чё-то у них совсем много ракет. Не нравится мне это. Я уже думал, ты бомбанул немножко. Ну попади же ты хоть раз. Ну что ж ты так не попадаешь? Вот фазеры гораздо лучше в этом плане. О, видите, ракеты частично сбивают. Нет, смотрите, теперь не вылетает. Что-то там любила игра вылетать, а здесь... Хотя, блин, сейчас вылетит и опять буду жаловаться. Что-то она любила, эта игра, вылетать раньше. Очень любила. Хорош, хорош, хорош. Вообще, фазеры, конечно, неплохо работают. Фазеры, они хороши. Именно тем, что на турельки их можно ставить, на маленькие и на средние. Они еще в Звездном пути мне нравились, эти фазеры. Ох, по планете, особенно когда они фигачат. Тоже прикольно смотрится. Ой, а там что-то много всего. Ну это бараж. Нужно будет, кстати, его починить.